Стихотворение «С днем победы». Чествуем павших и славим живых, воинов страшной войны. Мы поименно запомнили их, в семью живые цветы. Старые раны болят и ноют, мужество надо, чтоб жить. В памяти бомбы, снаряды воют, трудно сражения забыть. Вновь очевидцев боев встречаем, меньше с годами дошлем. С днем победы всех вас поздравляем. Войны пускай не гремят. Вот этот рассказ. Потом Смирнов читал, что из Сталинграда в Волгоград, когда после этой Ланзевской революции Литва стала не советской, а литовской, и начали переименовывать улицы, да, только города. Почему я говорю? Я жила в маленьком городке Акмяни, это на севере Литвы. Там большое воинское кладбище. Там приезжали туда к своим родственникам из Украины, ну, от всего. Я была заведующей военным отделом. Ну, и поэтому это все знаю. Там очень много, как говорится, головы сложили в этой войне страшной. Вы знаете, там одна улица называлась имени Минаева. А Минаев получил Героя Советского Союза. Почему? Потому что он голову положил за тех же акмянских людей. Никого. И вот если вот так рядами с фамилиями вот эти памятники, а его памятник в самой середине, я всегда носила цветы, школьники носили все, он заслужил своей смертью, чтобы он был тут вот в середине. Это я как сейчас помню. Это не запланировано в программе. Я просто... И вы что вы думаете? Место его фамилии Минаева, улица, стала называться Соду. Никакого сада не видала, но это как какие-то времена называлась. Это кошмар. Это вот как тут... Вот, ну, стали... Вот такие. Это как человек погибает за других, и все. Ладно, еще не его памятник с землей не сравнено. Когда поменяли название этой улицы, у меня болело сердце. Я не литовка, я русская, русских там очень мало. Но мне больно было за этого Героя Советского Союза. Сейчас хочу рассказать. Я герой, ленточка, не думайте, что... У меня отец воевал. Но я хочу сказать, что эта ленточка очень давно родилась, да? Давайте не будем отвлекаться, очень много времени занимать душу. А я, да, до меня читали. Мы все знаем и про ленточку, и про войну. Мы все знаем. Ну я почему говорю, просто... Не надо, в воду лить не надо. Конкретнее, вперед, вперед. А вот вы сколько сейчас попали, это заняло больше времени, чем... Ну давайте еще раз. Мое стихотворение будет короткое. Славянское слово. Почему я вот так? Славяне сражались в войнах веками за то, чтоб славянами быть. За письменность бились даже стихами. Славянству завещано жить. С
славянами были Пушкин, Есенин, душевный Некрасов, поющий Рубцов. Никто не забудет их славных творений. Славянское слово мудрых отцов.